Йоя плюс. Ой. Йоя или йо-йо плюс. В таком мешочке продается коляска. Но я видела у других колясок, есть прорези для колесиков. У этой же нету. Пакет. Потом посмотрим, что идет в наборе. Идет накидка. Ну, как правильно она и сказала, что это не зимний, а осень-весна. Ну, когда ветер поднялся, тогда и одел. Стоит. Нам понравилось вот с такой шасси, или как правильно? Рама. С такой рамой, с белой. Потому что первоначально они, как понимается, выходили именно с черной. Потом с белой, и потом еще есть сильно белой, я видела на их сайте. Как-то так было написано, очень-очень сильно белой. А ты что думал, Захар, мы просто так ездили? Нет. А вот это что такое? Вылезла, да, с нее? Ага, я. Не крепится. Такие сразу эти поставили. Захарка ее катать хочет. Так, что у нас еще в наборе идет? Паспорт, где все на китайском написано, книжечка. Ой, радости нет предела у этого человека. Вот такая штучка. Она, значит, туда должна ложиться, в коляску. Бамбуковая что-то, подстилка какая-то. На, папа. Налёта, что ли? Да. Ну, приложи, посмотрим, что это вообще. Ребенок зачем-то. И что бамбук дает? Чтоб не потел ребенок или что? Захарка, видишь, помогает. Книжку положил. Ну, что-то вот. Нет, а зачем она? Не знаю. Ну, наверное, там что-то не подсело, наверное. Как на сиденьях машины кладут. Что-то она не фиксируется. Черти чё. Вообще, как будто не от этой коляски. Нет, это от этой коляски. Я во всех смотрела. Везде такое дают. Стаканчик вешай. Москитная сетка. Ну, москитная сетка такого, знаете, качество видно не очень. Она на завязочках. Ну, такая очень. Так, дождевик. Ждет в наборе. И вот такие штучки. Это... Вот эти штучки я сейчас повешу на ручку, потому что это сумку повесить. Надо вообще-то подгузники я так хочу вешать. И вот эту тоже. Вот эту.
Вот такой взрослый. Такая взрослый. Такая вот ручка есть. Которая одна. Ее двумя руками. Одной рукой. Давай, надави. Ай! Ты что? Чего? Чуть без пальца меня не оставил. Вот, вот так вот она делает. Раз. Нажал. Ну правильно, ты ж мне выдернул, я ж не знала, что ты тянешь. В общем, вот очень удобная ручка, с которой я справляюсь, да? А мы по привычке сейчас опять сажали его с закрытой ручкой. Ну вот я так привыкла. Вот если вот так выдвинула, видно, нет? И вот Захарка спокойно, малыш, выдвинул ножки. Вылезло солнце. Ну, мы гулять любим. У нас и график-то не айс. И мы очень часто гуляем в солнечное время, именно, когда все дети спят, и нам нужно закрыться. Вот. Нам нужно спрятаться от солнца. Смотровая, конечно, кошка вообще как в жопе, честно слово. Кротик, ты выглядываешь? Можно просто спрятать козырек. Супер. Конечно, она немножко вот так пошатывается. Но я считаю, что, видимо, за 6 килограмм коляска, весит 6 килограмм, я думаю, что они будут все так. Они все абсолютно будут шататься. Другого не может быть. Вот название. Вот корзина. Корзина. Многие умалчивают, потому что я же думала, что корзина будет крепкая. А она как просто тканая, да, как правильно сказать? Вот, просто ткань. Мешочек. Просто мешочек. Здесь что-то затянуть надо. Что-то она тут не очень хорошо затянула, Антон. Иди глянь. Вот. И такая вот ручка, это типа вот за счет того, что коляска легкая, чтобы она не уехала, ничего. Вот так засовывает мама сюда свою руку. Или качает вот так вот. Типа вот так назад. Или просто еще фиксирует. И такая, знаете, мама психичка, как раз типа меня, которая все боится, идет и сама трясется, боится, что даже коляска от нее убежит. Такие крючки, их в наборе было 2. Я вот одну повесила, и их на крючке 2 крючка получается. Сумка, подгузники. Ну, имеется в виду подгузники, которые я купила в магазине. Вот они валяются. Ну, конечно, этот замечательный. Подгузники валяются. Все, супер ролик. Да? Тут тоже какая-то штучка. Смотрите, здесь есть... Вот что-то вот как будто... Не пойму. А, её... если отпустить, вот она отпускается вот так, таким путем. У нас в прошлой коляске то же самое было. То же самое. Поэтому для нас это не шок. Вначале немножко был шок, да? Поначалу то, что оно неестественное отпущение. Отпущение. Мне нравится вот такое окошко. Потом еще вот эта штучка. Вот так вот. Например, у меня ребенок уснул. Я на улице. Я вот так открываю. Открываю вот так вот. А козырек закрываю. Сечешь. Но открываю, чтобы ребенок дышал. Понимаешь? И спал. Ложись, сыночек, ложись. Не хочешь? Моя мама рядом. Ты еще здесь? Я уже тут. Так. Закрываем. Мой замочек спокойно едет. Все нормально работает. Вот он, кармашек, который я хотела показать. То есть для маминых мелочей каких-то. Сейчас.
не очень понравилось. Теперь аккуратно с ней. Сынок, ты добьешь себе все ноги. Успокойся. О, там эти надо поснимать. Пенопласт по бокам. Таскает, даже Захар ее поднимает. Офигеть. У тебя полоски белые на штанах. Коляска белая. Красивая, да, коляска? Да. Новая тачка. И ребенок там. А, ну она, он припал, наверное. Его надо еще подтянуть. Поехали. Собачка. Красивая, конечно. Сахар, это собачка. Как собачка делает? Стойте, не мешайте ей. То насыт вам на голову. Сфоткаешь меня с коляской потом? Ну, потом там, на свет надо. Хорошая коляска. Ну, мы пока не слышим, что колеса трещали. А что, должны? Я одну блогершу смотрела, она жаловалась, что самоглавное по брусчатке едет, что вот колеса трещат. Нам все нравится. Хорошо. Май месяц. Надо было водичку взять туда сунуть. У нас же подстаканник есть, теперь я буду привыкать, потому да. Что... Ну, честно, подстаканник я бы как-то прикрепила, а то у меня все отвалится.